Конечно, как только я начну читать это стихотворение, вы сразу узнаете, кто его автор. Потому что не сейчас, конечно, а в детстве, ну, не каждый из нас, но очень многие это стихотворение читали и знают. Я раз за дровами в лодке поехал. Их много с реки к нам в половодье весной нагоняют. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу один островок небольшой. Зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршина земли в ширину, меньше сажени в длину. Сами не с места, я взял одного. Впрочем, скомандовал: прыгайте сами. Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. То-то сказал я: не спорьте со мной. Слушайтесь, зайчики, деда Мазая. Вот это стихотворение я впервые прочитал в детстве. По-моему, даже вскоре после того, как я научился читать. И мое детское сердце как-то обогрелось во время чтения этого стиха. Такое тепло шло от него не только от доброго деда Мазая, но я чувствовал, что это тепло идет из сердца автора. Для чего я начал рассказ с этого стихотворения? Дело в том, что Некрасов – поэт тяжелый, поэт страдания, несчастий, бедствий народных, как он считал. А вот здесь это тепло, это человеческое чувство, который заставляет поверить, что ты слушаешь стихи человека, который любит не только зайчишек, а у которого большое любящее сердце. Конечно, такое впечатление детства не может забыться. Тем более мое детство было не сладкое, и я это не забыл. События, которые Некрасов описал в этом стихотворении, происходят в Костромской губернии. Грешнево, где Некрасов жил с родителями, находилось в 40 километрах от Костромы. И то, что происходило под Костромой, когда разливалась Волга весной и заливала пажити, заливала луга и даже прибрежные дороги, могло случиться и даже случалось часто в Грешневе. Грешнево – это родимое гнездо Некрасова. Хотя он родился на Украине, в городе Немирове в 21-м году. Переехала вся семья, заняла господский дом небольшой. В нем было 8 комнат, 8 окон. Правда, не было еще полов. Я помню, как экипаж остановился, как взяли меня на руки, кто-то светил, идя впереди, и внесли в комнату, в которой был разобран пол, и виднелись земля и поперечины, служившие основанием полу. В следующей комнате я увидел двух старушек, сидевших друг против друга за небольшим столом. Они вязали чулки, и обе были в очках. Впоследствии я спрашивал у нашей матери, действительно было что-нибудь подобное при первом вступлении в наследственный отцовский приют. Она удостоверила, что все было точь-в-точь так, и немало подивилась моей памяти. Что это была за семья? Отец Некрасова, Алексей Сергеевич Некрасов, был военный и сирота.
5 лет он лишился матери, 12 лет отца. И когда он остался на попечении у опекуна, опекун отдал его в Тамбовский полк. Надо сказать, что он был человек не робкого десятка. И военная служба не могла стереть те черты его характера, которые были даны ему природой. Он быстро шел вверх, в 23 года стал офицером, в 26 году вышел в отставку в чине майора. Немалый чин для того времени. И вот, собрав свою семью, перебрался в село Грешнево. Кстати сказать, в доме этого отставного майора была библиотека. Он сам писал стихи. И у него еще была так называемая музыкантская. То есть он построил специальный дом для крепостных музыкантов, которых он держал. После реформы Александра II, я имею в виду крестьянскую реформу, когда крепостное право было уничтожено, один разбогатевший крестьянин купил эту музыкантскую, надстроил ее, то есть получился дом двух этажей, и организовал там не что иное, как кабак. И благодаря, может быть, этому это здание сохранилось до сих пор. Я был в Грешневе много-много лет назад. Ходил там по старому парку, потому что господского дома не было. Господский дом сгорел в 1862 году. И в этом был повинен сторож, который сторожил этот дом. И эта музыкантская осталась по существу единственным местом, свидетельствующим о том, что здесь жили Некрасовы. Вот серый старый дом. Теперь он пуст и глух. Ни женщин, ни собак, ни гайеров, ни слуг. А встарь. Но помню я, здесь что-то всех давило. Здесь в малом и большом тоскливо сердце ныло. Я к няне убегал. Ах, няня! Сколько раз я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час, при имени ее впадая в умиление. Давно ли чувствовал я к ней благоговение? Из Грешнева мой путь лежал в село Абакумцево, которое находится в 3 верстах от Грешнева. И там я долго стоял у могилы матери Некрасова. Она почти прислонена к стене церкви Благовещения, возле которой хоронили известных людей. Мать Некрасова, Елена Андреевна Закревская, была женщина очень добрая. Крестьянки говорили, которые помнили ее, что она была маленькая, белая и добрая. Вот эти 3 слова я запомнил. Вот темный-темный сад, чей лик в аллее дальней мелькает меж ветвей болезненно-печальной. Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя, кто жизнь твою сгубил, о, знаю, знаю я.
Надо сказать, что будущая мать Некрасова, женщина образованная, из семьи, где знали языки, преподавали музыку, читали литературу, она влюбилась в этого майора и вышла за него замуж. Что касается самого майора, то он не любил ее. Естественно, что мать была женщина набожная, православная, читала сыну Евангелие, приучила его читать книги. Вот присутствие этих двух лиц, я имею в виду отца и мать, по существу, не только физически, если можно так сказать, создали Некрасова, создали его характер, создали его двойной портрет. Мы в течение всего фильма будем говорить о двойственности в характере Некрасова, об этом двойном портрете, не осуждая ни один из них, но пытаясь понять их. Некрасов впоследствии, повзрослев и уехав из Грешнева в Петербург, часто вспоминал свое детство и вспоминал его нелицеприятно по отношению, прежде всего, к своему отцу. Существует воспоминание Некрасова, как он, мальчик, переживал отношения отца и матери, поведение отца дома, ту гульбу, которую он устраивал после удачной псовой охоты, и даже учил мальчика Некрасова пить водку. Обычный пир кипит мятежно, и бледный мальчик у стены, прижавшись, слушает прилежно и смотрит жадно. Узнаю привычку детскую мою, что слышит песни удалые, потопот пляски удалой, глядит, как чаши круговые пустеют быстрой чередой, как на лету куски хватают и рот захлопывают псы, как на тени растут, кивают большие дядины усы. Смеются гости над ребенком, и чей-то голос говорит, не правда ли он всегда глядит каким-то травленным волчонком. Эти воспоминания Некрасова могут создать впечатление, что отец был палач, что отец был злой человек, что детство не удалось из-за этого. Но это было не так. Это легенда, созданная самим Некрасовым. И когда Некрасов уже подошел к концу своей жизни, он совсем по-другому рассказывал о своем детстве и, в частности, об отце. Есть два письма Некрасова к отцу, написанные уже в конце жизни, где нет никаких интонаций, недовольства, раздражения, нелюбви к отцу. А в письмах Некрасова к отцу есть такие слова: «Ваш преданный и любящий сын». Однажды Некрасов, приехав в Грешнево, вспомнив свою семью, свою раннюю юность и глядя на остатки старого поместья, написал: «Буря воет в саду, буря ломится в дол. Я боюсь, чтобы она не сломила старый дуб,
что посажен отцом, и ту иву, что мать посадила. Вот видите, в этом стихотворении отец и мать сближаются. Вот я стою и смотрю на проходящую сзади дорогу и вспоминаю, что вдоль усадьбы Некрасовых проходил Ярославско-Костромской тракт. Это была большая дорога. По ней проходили и нищие, и богомольцы, и пролетали на тройках купцы, и богатые бари. По этой же дороге проходили мимо глаз мальчика Некрасова, заключенные в кандалах. Интересно, что этот тракт назывался двойным именем «Сибирка» и «Владимирка». Все мы по истории знаем, что «Владимирка» – это путь на каторгу, а «Сибирка» стала быть путь в Сибирь, где и находилась каторга. Вот по этой дороге проходили эти несчастные заключенные. И Некрасов видел все, и эти тройки, и богомольцев, и этих людей в кандалах. Поэтому для Некрасова эта дорога была не просто видом из окна. Для него это было переживанием. Ведь надо учесть, что он был от природы поэт. Человек очень чуткий, чувствительный и мечтательный. Этот опыт, это не был опыт стояния у окна. Этот опыт был вливание в эту жизнь, текущую по дороге. Он как раз предсказывал, если можно так сказать, что Некрасов будет не поэтом воображения, а поэтом жизни. У Некрасова есть целый цикл стихотворений, посвященных детям. Одно стихотворение так и называется «Крестьянские дети». Он очень любил крестьянских детей, потому что он сам был среди них. Он был такой же мальчишка. Они вместе ходили по грибы, вместе ходили на рыбалку, на Волгу. И поэтому его стихотворения, посвященные детям, очень трогательны. Опять я в деревне, хожу на охоту, пишу мои вирши, живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся, в широкие щели сарая глядятся веселого солнца лучи. Воркует голубка над крышей летая, кричат молодые грачи. Летит и другая какая-то птица. По тени узнал я ворону как раз. Чу, шепот какой-то. А вот вереница вдоль щели внимательных глаз. Все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы и ласки, в них столько святой доброты. Вот такая любовь, такая неожиданная нежность, ведь у него детей не было, у Некрасова. Одним словом, это не последнее стихотворение. У него есть еще другие, и все они дышат тем теплом некрасовским, который согревает уже наше сердце, сердце читателя.
конечно, не только дорога эта увлекала мальчика Некрасова. Больше всего вот в окружающем Гречневом пейзаже, а ведь Гречнево стоял на нижней стороне Волги, а на той стороне было большое село и стоял монастырь, куда ходили молиться из Гречнева. Огромное пространство русской земли открывалось глазам мальчика. И прежде всего, конечно, Волжская гладь. Волгу он любил всю жизнь. На Волгу приезжал, о Волге писал, о Волге грустил. О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Один по утренним зарям, когда еще все в мире спит, и алый блеск едва скользит по темно-голубым волнам, я убегал к родной реке, иду на помощь к рыбакам. Иду на помощь к рыбакам, катаюсь с ними в челноке, брожу с ружьем по островам. То, как играющий зверок с высокой кручи на песок, скачусь, то берегом реки бегу, бросая камешки. И песню громкую пою про удаль раннюю мою. Тогда я думать был готов, что не уйду я никогда с песчаных этих берегов. И не ушел бы никуда, когда б, о Волга, над тобой не раздавался этот вой. Вой – это песни бурлаков, это горькая их доля, отразившаяся в песнях. Вы знаете, я тоже учился на Волге. И вот знаю, что для юноши, для человека, начинающего жизнь, вот этот простор, который открывается и с берега высокого на Волгу, и за Волгу, далеко уходящую даль, скрывающуюся из глаз за горизонтом. Это расширяет тебя, и сердце твое начинает биться, и ты чувствуешь, как велика и необъятна Россия. Но настало время, когда юный Некрасов собрался сам в эту дорогу. Он уехал сначала в Ярославль, где окончил 4 класса гимназии, бросил наконец их и подался в Петербург. Отец думал, что он будет в Петербурге поступать в военное заведение и станет по наследству военным человеком. Некрасов этого не сделал. Он пытался поступить в Петербургский университет. Это не получилось. Короче говоря, образования у него по существу не было. Хотя он очень любил книги, много читал. Был мальчик развитый и способный, но отец был недоволен тем, что он ослушался его и прекратил помогать ему деньгами. Вот если вглядываться в этот путь Некрасова, который был предпринят достаточно дерзко, потому что выбор был самостоятельный. Выбирал он. И вот если глядеть на эту дорогу, ведущую его по пути жизни, а жизнь его только начиналась, то что мы видим впереди? Впереди вьется пыль и пропадает даль. Мы еще пока не знаем, что Некрасова ждет в этой дали.
Огни зажигались вечерние. Выл ветер и дождик мочил. Когда из Полтавской губернии я в город столичный входил. В руках была палка предлинная, котомка пустая на ней, на плечах шубенка овчинная, в кармане 15 грошей.